Нужен либо дым, либо щит. Здесь ну да, я тоже самое сказал, что дым нужен вообще 100%, но нельзя. Дым запрещен здесь уже? Ну это же Москва, типа, да, я так понял. А, не, ну раньше вроде можно было дым. Ну такой, не армейский. Армейский, ебануть. Тут сразу вертолет слетятся, да. Вейперы есть, можно это, короче. Нахерачить, пробежать. Кидайте, короче, вейпу и на этом, блядь, на электроскутере. Это мне откуда сейчас пришло?